обед, Ви? Еще. Ну, давай. Дурачок. Знаешь, вот так прекрасно. Надо еще место осталось. Приехали мы ночью, привезли к вам трех медвежат, которых выпустили на территории охранной зоны заповедника Лагорийский лес. И надеемся, что они здесь нормально перезимуют, хорошие медведи. Волга, Межак и Нея. Две самки, один самец. Мы тоже надеемся, что они перезимуют хорошо. Куда-нибудь залягут в берлогу, все у них будет прекрасно. Кормовая база вроде бы хорошая, есть. Да, рябина да, есть. Нынче урожайность рябины очень хорошая. У нас охрана. Да, у вас хорошо, охраны, и ловушки, фотоловушки. И фотоловушки есть, и особый режим охраны заповедника, также и охранные зоны, так что, я думаю, все. Ну, самое главное, предупредить место населения, которое вокруг живет, чтобы не кормили медвежат. Это естественно. Пишите, да. Мы, естественно, материал на сайт да, поставим, пожалуйста, и средства массовой информации, вот, да, районная газета. Плюс, так мы сейчас организовали биосферный резерват,
а в состав биосферного резервата вошли вообще 5 районов Костромской области, и у нас сотрудничество с их газетами, соответственно, материалы будут и у них в средствах массовой информации, и к тому же еще у них на сайтах администрации каждого района. Прекрасно. Спасибо большое. Давай за сотрудничество. Всего хорошего.